Вот мой истинный облик. Ты еще можешь отступить. В этом не будет ничего постыдного. Нет, если ты с этим справляешься, то и я справлюсь. И все не так плохо. Для меня ты по-прежнему прекрасна. Чушь! Закройте глаза и не двигайтесь. Гильон. Да, любимая. Если ты станешь таким же, как я, знаю я, не оставлю тебя. Вообразите себе свои отражения в воде. Сосредоточьтесь на этом. А теперь откройте глаза. Охренеть. Подействовало. Правду сказать, я не ожидал, что что-то получится. Я читал описание таких ритуалов в гримуарах, но все они упоминали одно условие, которое мне казалось невозможным. Какое еще условие? Людей должна связывать истинная любовь. Как вы себя чувствуете? Гильон, что-то изменилось? Меня будто тараном ударили. Но никаких изменений не чувствую. Только кожа немножко зудит. Ты уверен, что все получилось? Да, что-то определенно произошло. Под этим прудом есть интерсекция. Это очень сильное магическое место. Кроме того, посмотри на Вивиену. Что теперь? Известно, что вы будете жить долго и счастливо. И все-таки следи за собой внимательно. Если что, обращайся ко мне. Ясное дело. Спасибо, Геральт. О, и вот твоя плата. Ах, я смогу ходить на балы. Или уехать куда-нибудь далеко-далеко. Наконец-то свободна, как птица. Ха, ты забавный. Я раньше как-то не замечала. Но ты же не улетишь без меня. Это мы еще посмотрим. Но я тоже должна тебя поблагодарить, ведьмак. Пожалуйста. И удачи вам обоим.